Мензеле прошла конференция на тему создания высокопроизводительных рабочих мест. Стратегия роста для России. Аналогичные конференции пройдут до конца октября более чем в 70 регионах страны. Главной задачей мероприятия является организация общественной дискуссии в рамках ответа на вопрос о том, как простимулировать процесс создания рабочих мест на федеральном уровне и в частности в Туве. Также это хорошая возможность для представителей органов государственной власти и бизнес-сообщества обменяться информацией и выработать оптимальное решение по вопросам повышения эффективности занятости населения. В рамках конференции затронули и такие вопросы, как отрасли-лидеры по числу рабочих мест в республике. В Туве по числу высокопроизводительных рабочих мест с большим преимуществом лидирует добыча полезных ископаемых. Далее следует производство распределения электроэнергии, газа и воды, металлургическое производство и образование. Компания в 2010 году получила право пользования на разработку Межикейского угольного месторождения. И, соответственно, подразумевалось создание самого современного предприятия в составе Евросхолдинга, самого высокоэффективного и безопасного. Накануне в Министерстве культуры Республики были вручены сертификаты о получении субсидий на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам работникам культуры. На этот раз форму поддержки оказали 12 работникам государственных учреждений культуры Тувы. Счастливчиками стали работники Республиканской школы-интерната имени Ростислава Киндибиля, Тувинской государственной филармонии имени Халилова, Республиканского центра народного творчества и досуга, Козельского колледжа искусств, Национальной библиотеки имени Пушкина, Национального музыкально-драматического театра, Тувинского государственного театра «Кукол», Тувинского национального ансамбля песни и танца «Саяны». Порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам работникам государственных учреждений культуры определен постановлением правительства Тувы. Размер субсидии составляет 5% от основного долга, указанного в договоре об ипотеке, но он не должен превышать 150 тысяч рублей. 1 ноября в Туве закрывается навигация для маломерных судов. В целях охраны жизни людей на водных объектах, с учетом особенностей местных и климатических условий и в соответствии с распоряжением правительства республики, Главное управление МЧС Тувы с 1 ноября текущего года закрывает навигацию для маломерных судов. В настоящее время сотрудниками Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по республике Тыва продолжается патрулирование водных объектов с целью предупреждения происшествий на воде. Ведутся профилактические беседы с населением о безопасности при нахождении у водных объектов. В рамках проекта «Единой России» «России важен каждый ребенок» в 74 регионах Федерации состоится акция «Правовая помощь детям». В рамках данной акции студенты педагогических и юридических факультетов посетят детские дома, центры помощи детям и приемным семьям и проведут тематические встречи, на которых расскажут детям об их правах и ответственности. Посоветуют, как реализовать эти знания в жизни. Проект «России важен каждый ребенок» направлен на сокращение масштабов сиротства в стране. В рамках проекта уже оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми. Студенты филологического факультета Тувинского государственного университета приглашают на занятия социальной школы для пенсионеров по обучению основам английского языка. Ежегодно Национальная библиотека имени Пушкина совместно с кафедрой иностранных языков ТУВГУ выступает с программой социальной школы для пожилых людей. С начала октября студентами третьего курса второй группы профиля «Иностранный язык» возобновлены занятия по английскому языку для пожилых людей. Слушателями являются пенсионеры в возрасте от 50 лет и старше. В этом году состав слушателей, желающих выучить английский язык, пополнился новыми заинтересованными лицами. Поэтому в школе есть группы начинающих и продолжающих учиться. Данные мероприятия ориентированы на людей с активной жизненной позицией, желающих приобрести базовые разговорные навыки, необходимые для общения в иностранной среде, для развития личных интересов. Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0012. Так, холодильник Индезит высотой 2 метра всего за 2499 рублей в месяц. РБТ.ру.
Информация для мужчин. Только до 10 ноября 2017 года. Первая и последняя распродажа в магазине «Братишки Бальчиш». Скидки на весь ассортимент до 50%. Успей набрать ништяков за полцены. Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс «Арбан-Сити» в новом районе Арбан. Школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса «Комфорт» в кирпичных пятиэтажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир «Комфорт-класса» в новом жилом комплексе «Арбан-Сити». Е капиталын пажын садып паза тудып алырынга ажыгларынга тузаларбыз. Сез 800-700-500-10-10-10-10. Валерий Гаркалин, Александр Носик, Ирина Лачина, Павел Белозеров и Ярослав Бойко в комедии «Страсть Аполлона». 21 ноября в Национальном театре. В Кызыле сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту наезда на беременную женщину. Вечером 25 октября оперативному дежурному отдельной роты ДПС поступило сообщение о наезде на беременную женщину. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции установили, что 58-летний кызылчанин, управляя личной автомашиной Toyota Caldina, возле одного из домов по улице Титова допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП 31-летнюю жительницу Кызыла на 8-м месяце беременности доставили в столичный перинатальный центр. По сообщению медиков, у женщины серьезных телесных повреждений не зафиксировано. В настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное. По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за нарушения водителем под пунктом 13.1 правил дорожного движения, согласно которому при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги. По данному факту проверку проводит ОГУПДД УМВД РФ по городу Кызыла. В Национальном музее Тувы открылась монгольская выставка восковых фигур хан-ханов. На торжественном открытии выставки директор Национального музея Кадырол Бичилдей отметил, что знакомство с историческими событиями и людьми тех времен в первую очередь нужна для подрастающего поколения. Эта выставка в этом году приурочена к двум интереснейшим датам. Первая – это для нас важная дата – 1310-летие со дня создания Орфона Енисейской письменности. Он был создан и нами, нашими предками использовался, начиная с 707 года нашей эры. А сегодня, этой осенью, исполнилась и еще одна своеобразная дата. 810-летие со дня прибытия сюда старшего сына Чингисхана Джучихана в сопровождении с известным нашим уренхайским героем Субедей Мадру. Также на торжественной части выставки выступила и генеральный консул Монголии в Туве. Госпожа Басанжав Ганцецек отметила, что Чингисхан является частью истории не только Монголии, но и Тувы. И еще хочу отметить, что эта выставка наступила накануне 96-й годовщину установление дипломатических отношений наших стран и 30-летие годовщины общества международного монголоведения. На выставке посетители смогут познакомиться с уникальной коллекцией восковых фигур Чингисхана и его ближайшего окружения. Вот он в белоснежной национальной одежде восседает на своем троне, а рядом с ним его мать Ойлун. По плану это и Калмыкия, и Алтай, и Иркутская область. И дальше пойдет в течение года, как мне было сказано, эта выставка будет находиться на территории Российской Федерации. Выставка хан-ханов состоит из 13 восковых фигур. Семейная династия полководца, сыновья и его самые приближенные воины. Отметим, что над созданием этой выставки трудились группа из 40 человек. Художники, дизайнеры, портные, скульпторы, историки и так далее. Они работали над созданием не только внешнего сходства, но и над исторической достоверностью одежды, оружия и других деталей образа. Экипировка воина, костюмы выполнены на основании археологических находок, относящихся к периоду правления Чингисхана.
Больше 100 музыкантов и танцоров с разных районов Тувы примут участие в детско-юношеском конкурсе фестиваля среди учащихся отделений духовых и ударных инструментов. Конкурс ежегодно проводится среди юных музыкантов, обучающихся в отделениях духовых и ударных инструментов детских школ и студентов Кызыльского колледжа искусств имени Чыргылоола. Конкурс-фестиваль проводится в третий раз. В первый раз он проходил в 2015 году, также на базе детской школы искусств села Хавуаксы. Учредителями конкурса-фестиваля выступили Министерство культуры республики и администрация Чидихольского района. Конкурсная программа проходит по двум направлениям – исполнение на духовых и ударных инструментах и хореография. В этом году конкурс соберет юные дарования из города Кызыла, Авурского, Судхольского, Чахольского, Улукхемского районов. Всех их объединяет одно чувство – любовь к музыке. Всего за победу в творческом состязании будут бороться 133 молодых артиста. Сегодня последний из участников радиоквеста «Замес майонез» на «Голос Азии» стал счастливым обладателем сертификата на 1500 в спортивно-развлекательном центре «Чемпион», где можно отдохнуть всей семьей. Сегодня был разыгран последний сертификат на посещение кинотеатра центра, семейного кафе и игровой зоны для детей. Чтобы найти приз, участники разгадывают загадку, в ней зашифровано место, отгадав которое, вам нужно приехать туда первым и сказать оператору кодовую фразу квеста. Узнаем, кто стал счастливчиком на этот раз. Замес майонез. Вот ваш приз. Я как раз проезжал, слушал. Ну и пожелания радиослушателям, пожалуйста. Слушайте 102.5 каждый день в обед. Напомним, что спортивно-развлекательный центр находится в Кызыле на улице Московская, 24. Участвуйте в радиоквестах «Радио Голос Азии» и получайте подарки. В субботу в Кызыле ясно, без осадков. Температура воздуха составит плюс 3, плюс 4 градуса Цельсия. Вечером и ночью минус 1, минус 2. Ветер юго-восточный 7-10 метров в секунду. Геомагнитное поле неспокойное. Давление 718 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 27%. В воскресенье 28 октября днем температура воздуха составит плюс 3, плюс 7 градусов. Вечером и ночью возможны осадки. Столбик термометра опустится до минус 2, минус 3 градусов. Ветер южный 7-8 метров в секунду. Геомагнитное поле неспокойное. Давление 712 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 22%.